Добрый вечер! Группа Аркадий Кос. Рады очень всех видеть. Значит, что мы хотели сказать? Вспоминаем сегодня Советский Союз. Как бы еще долго будем вспоминать, еще долго будем о нем, ну, как бы думать, размышлять, да, и понимать, что в нем было прогрессивного, что не очень, да, ну, как бы такая была сложная очень система, во многом прогрессивная, конечно, но с другой стороны с кучей проблем, от которых в итоге и рухнула. Собственно говоря, другое дело, что ничего более прогрессивного и цивилизованного здесь, в нашей стране, как бы с тех пор не возникло, да, а все наоборот, мы видим деградацию, мы видим, ну, как бы распад общества, видим, насколько как бы падает уровень образования и так далее, да, это дикий национализм, какой-то абсолютно варварский, да, который как бы был в Советском Союзе, в принципе, слышно меня? Фактически как бы подавлен, и с крахом СССР он как бы вылез на поверхность, вот. И, конечно, герои Манежки тут упомянуты. Ну, конечно, это не какие-то не герои, это на самом деле просто несчастные такие заблудившиеся как бы люди, да, которые лишены оказались элементарного образования, да, которых эта система, возникшая в нашей стране, лишает как бы образования и элементарной вообще возможности осмыслить происходящее, да, и собирается заниматься этим дальше. Да, поэтому мы считаем, что будущее за левыми или антифашистскими силами.